Мы не хотим, чтобы это стало лицом нашего города. А вы хотите? Все эти два года у нас, да, получается, у сотни людей есть разные моменты в жизни, которые, да, отчасти связаны со всем происходящим. Есть люди, которые не дожили, да, даже до получения своих квартир. И их не единицы, их уже несколько человек, да, то есть не один и не два. Поэтому все люди в замешательстве, уже устали, да, жить вот в этом непонятном состоянии. Будем мы спокойно действительно жить, или это никогда не закончится? Любое строительство любого промышленного предприятия начинается с проектирования. В этот промежуток времени проектируются не только технологические цепочки определенных производственных процессов, но и устанавливаются необходимые специальные зоны. Вот такой специальной зоны применительно к ТО Кублей должна была явиться санитарно-защитная зона. То есть на стадии предпроектной, проектной документации это должно было быть сделано. Но по факту мы видим о том, что в ходе судебного процесса было обнаружено о том, что такая санитарно-защитная зона в установленном законном порядке, она не установлена. Почему? Потому что если бы это был необходимый комплекс мер, установленный, регламентированный законодательством, был бы выполнен, соответственно, мы бы, наверное, сегодня с вами вместе бы и не сидели. Почему? Потому что мы выяснили о том, что отсутствует санитарно-защитная зона, потому что нет проектной, предпроектной документации, где она устанавливается. Потому что само понятие санитарно-защитной зоны для определенной промышленного предприятия – это не константа, это подвижная величина. Сегодня она одна, завтра может быть другая. Это регламентировано, значит, санитарными правилами. Санитарными правилами также установлено о том, что санитарно-защитная зона устанавливается за консервным заводом. То есть класс опасности 4, она составляет 100 метров на настоящий момент. Но вот если бы были выполнены эти необходимые мероприятия, соответственно, она была установлена. В данном случае у консервного завода «Кублей», как они себя именуют, де-факто есть только промышленная площадка, где находится один производственный цех с двумя консервными линиями. Все остальные помещения – это вспомогательного характера, обслуживающий их технологический процесс. Это склады, холодильники, подъездные пути, железная дорога. Но в данном случае необходимо выполнить, было бы при строительстве завода ПДП изменить, да, то есть целевое назначение этого района. Соответственно, после этого необходимо было сделать получить положительное заключение экологической экспертизы, чего не было сделано. После этого, когда вы собираете этот комплект документов, вы должны были обратиться в местный исполнительный орган для установления границ санитарной защитной зоны именно на местности. Выполняется это путем постановления местного исполнительного органа, в данном случае акимата города Уральск. Этого постановления об объективной реальности на сегодняшний день его нет. Тогда остается закономерный вопрос, а каким образом местная исполнительная власть в лице своего отдела архитектуры и градостроительства должна была знать, что у ТО «Кублей» есть санитарно-защитные зоны. В генеральном плане города Уральска, утвержденном постановлением правительства 2014 года, отмечено ТО «Кублей» и условно-графическим обозначением она обозначена санитарно-защитная зона. Но в 2014 году у ТО «Кублей» был производственный цех. Соответственно, та граница, которая обозначена, она не затрагивает те жилые дома, которые у нас строятся на Циолковского-1. Соответственно, нет нарушений законных прав и интересов ТО «Кублей». Более того, нам говорят о том, что у нас есть химически активные загрязняющие вещества. Да, то есть, но опять-таки, если мы посмотрим, они не участвуют в процессе производства, а это только выбросы именно непосредственно от газовых котлов.
Но в таком случае нам нужно было порт города снести, чтобы основываться на этом. Другой момент. Нам говорят, что у нас есть шумовое загрязнение. Вот сейчас мы находимся на фоне промышленных вентиляторов, таких же вентиляторов, которые находятся на территории ТО «Кублей». Они никому не мешают, не мешают жить и спокойно существовать гражданам города Уральска. Рядом, непосредственно в близости, здесь строятся дома. То есть люди все довольны и спокойны абсолютно. Поэтому считаю, что предъявлением исковых требований в суд ТО «Кублей» злоупотребляет гражданскими правами, не имея на это законных оснований, не имея установленной санитарной защитной зоны. Злоупотребление гражданскими правами не допускается Гражданским кодексом Республики Казахстан и карается по закону. Дважды, да, в 2020 году производились санитарными врачами замеры предельно допустимого, значит, шумового загрязнения, и они показали о том, что оно отсутствует. Причем эти замеры делаются как в дневное время, так и в ночное время. В 2021 году по уже поручению Верховного суда, когда дело было направлено в город Уральск, значит, аким области инициировал процедуру мирового соглашения, в этот промежуток времени опять же санитары выезжали, сделали свои замерения. То есть два протокола показывают, этих замеров шумов показывают о том, что отсутствует превышение предельного допустимого уровня шумового воздействия. То есть у нас отсутствуют источники загрязнения, активных химических веществ, шумового загрязнения. И поэтому говорить о том, что там будут оказываться негативные, значит, влияния на среду обитания человека, ну тут не представляется возможным это говорить. То, что сейчас происходит со стороны ТО «Кублей», это полнейшая дезинформация, огромный фейк. Дезинформируют общественность, и я не знаю, для каких это целей это делается, но, видимо, оказать давление на судебную власть для того, чтобы принять положительное решение в свою пользу. Особо хотелось бы отметить о том, что по адресу город Уральск, Потанина, 13, находится юридический адрес ТО «Кублей». По данному адресу находится административно-бытовой корпус и производственный цех, как я уже говорил. Основное производство, непосредственно завод, находится по адресу город Уральск, поселок Деркул, улица Рыбцех, 55. Вот там оно действительно это производство. И если бы ИП Ерменова намеревалось бы осуществить строительство многоквартирных жилых домов в непосредственной близости от завода «Кублей», который находится по этому адресу, то, соответственно, мы были бы неправы в этой ситуации. Я хотела бы отметить тот факт, что тот судебный процесс, который уйдет уже более 2,5 лет, по сути своей не представляет вот чисто юридически никакой сложности. Почему он не представляет собой особой сложности? В ходе судебного разбирательства или в ходе многочисленных судебных разбирательств был установлен тот факт, что ТО «Кублей», который предъявил иск о защите своих нарушенных прав, как вот он считает, своих нарушенных правах, значит, на многочисленных судебных процессах было установлено, что права-то в принципе и не нарушены. С чего все началось? Началось все с того, что в июле 2020 года ТО «Кублей» предъявило исковые требования к государственным органам, это к акимату города, к акиму города Уральска, к ГУ отдел земельных отношений города Уральска, ГУ отдел архитектуры, ГАСК, о том, что утверждение нового ПДП, проекта детальной планировки Целковского 1 и корректировка ПДП данного района нарушают их права и обязанности. Чем мотивировали они это? Они мотивировали это несколькими исковыми требованиями. Они заявляли в суде первоначально, заявляли в судах о том, что они являются смежниками. И второе, что установлена санитарно-защитная зона с данного завода в размере на расстоянии 100 метров и в радиусе 100 метров строить завод, точнее строить благоустроенные или какие-либо дома непроизводственные невозможно.
В дальнейшем они увеличили исковые требования, говорят о том, что ПДП неправильно установлено, что не соответствует законодательству, и тот факт, что людям там дышать нечем будет, и, в общем-то, еще что-то такое, я сейчас даже не припомню. Первоначально, когда иск был рассмотрен в специализированном межрайонном экономическом суде города Уральска, это был в июле месяце 2020 года или в августе 2020 года, точнее, я сейчас не могу вспомнить, мне надо посмотреть. В иске Кублеева было отказано. Было отказано по причине того, что суд усмотрел в то, что их права и их законные интересы никоим образом не нарушаются. Не согласившись с этим решением, они подали апелляционную жалобу, и уже суд, судебные коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда отменила решение специализированного межрайонного экономического суда, приняла к своему производству, как, в общем-то, возможно, точнее, необходимо сделать в данном случае по законодательству Республики Казахстан. И на этом основании рассмотрела спор вновь и вынесла решение об уже удовлетворении исковых требований Кублея. Я когда мы приняли решение участвовать в данном судебном заседании, поскольку в первой и второй инстанции мы не участвовали, когда я ознакомилась с материалом дела, меня поразило несколько моментов. Я не могла понять, как суд пришел к тому, что ТО «Кублей» и ЖК «Целковского» смежники, если в материалах дела отсутствовали вообще документы, подтверждающие право собственности ТО «Кублей». И как суд пришел к выводу, что установлена санитарно-защитная зона. Не согласившись с решением судебной апелляционной коллегии Западно-Казахстанского областного суда, несколько раз всеми участниками процесса подавались кассационные жалобы в Верховный суд. По различным причинам это дело не рассматривалось по существу, потому что ТО «Кублей» сейчас заявляет о том, что имеются другие судебные акты, подтверждающие тот факт, что дело по существу в кассационной коллегии рассматривалось, но было отказано, и вот только потом, будем говорить, ИП Ерменова добилась того, чтобы это дело было пересмотрено по представлению председателя Верховного суда. Нет, это не так. По существу дело в кассационной коллегии не рассматривалось ни разу. То есть нам сначала отказали по причине того, что пропущен срок подачи жалобы, потом нам не усмотрели там, значит, возможности принесения на рассмотрение дела в кассационной коллегии Верховного суда. И только тогда, когда мы подали уже жалобу на имя председателя Верховного суда Жакипа Асанова, вот он усмотрел тот факт, что в данном споре существуют еще люди. И, в общем-то, не одна семья и не две, а существует практически 400 семей и, соответственно, 400 собственников, и, значит, 100 собственников и остальные владельцы этого имущества. И их права и обязанности в данном случае нарушаются. И коль суд рассмотрел этот вопрос, он должен был привлечь вот этих участников, точнее, вот этих людей в качестве участников процесса. То есть как могли в отношении людей рассмотреть спор, при этом их не привлекая? Ну, это логично. И сейчас говорить о том, что там какие-то абсурдные постановления председателя Верховного суда, что там его ввели в заблуждение и так далее, ну, не приходится. Поэтому суд даже не стал углубляться ни во все остальное и отменил только фактически по одному основанию, указав о том, что нарушаются права третьих лиц. Когда были истребованы все доказательства, документы, и уже с учетом этих документов мы стали говорить о том, что в данном случае речь идет о заводе 4 класса опасности, а Попотанина 13 завода 4 класса опасности нет. А если нет завода 4 класса опасности, соответственно, не установлена санитарно-защитная зона. А если она не установлена, то каким же образом нарушаются права и законные интересы ТО «Кублей»? Доказательств этому было масса. Ну, во-первых, мы истребовали все, будем говорить, все документы, связанные с землей. И было выяснено, что Попотанина 13, 13/3, 13H, 13/2, существует 6, 8 различных актов на землю.
То есть вы понимаете, да, что существует 8 актов на землю, каждый из которых имеет самостоятельное целевое назначение. То есть одно для обслуживания трансформаторной станции, одно для обслуживания подъездных путей, третье для строительства АБК, то есть административного бытового комплекса. Но нет ни одного акта на землю, который бы говорил о том, что земля предоставлена для строительства консервного завода. Более того, два земельных участка по Потанина находятся в аренде. То есть, понимаете, Кублей получил в краткосрочную аренду на 5 лет земельные участки, которые принадлежат государству в лице акима, и на акима подает в суд, понимаете? Что дальше у нас было установлено? Ну, когда мы сопоставили наши акты на землю и сопоставили акты на землю ТО «Кублей», то выяснилось, что никакой смежности не существует, что между ТО «Кублей» и ЖК «Целковский» существует государственная земля. Что касается санитарно-защитной зоны, естественно, если земля не объединена, если не получено разрешение на строительство, если не проведены все те процедуры, которые необходимы законодательством, если не введен в эксплуатацию консервный завод, то как можно установить санитарно-защитную зону? Вот они утверждают о том, что они по Потанину построили в 2015 году завод 4 класса опасности. В качестве доказательства они представляют один акт ввода в эксплуатацию хозяйственным способом, то есть я хочу обратить внимание, хозспособом они устанавливают для себя, точнее, вводят в эксплуатацию один административный корпус и производственный цех. В этот производственный цех они поставили две линии. Одну по изготовлению рыбы, консерв из рыбы, одну из мяса. Все остальное производство, именно консервный завод 4 класса или не знаю какого класса опасности, у них находится совершенно по другому адресу. Он находится в рыбцехе, поселок Деркул, рыбцех 55. Вот там, да, у них и земля там предоставлена под мясоперерабатывающий комплекс. То есть, если там посмотреть акты на землю, они тоже были исследованы, они все под мясоперерабатывающий комплекс. И потом, кто бы ТО «Кублей» в 2015 году разрешил построить завод 4 класса опасности или дал согласие, или экспертиза была бы проведена в густонаселенном районе города, это район Целковского, Кутикова, мы все там знаем, где находятся, извините меня, дома 1970-2000-х годов постройки прошлого столетия. То есть это, ну, им бы никто не дал согласия. Соответственно, им не дал бы никто разрешение на установление санитарно-защитной зоны. То постановление, которое они показывают, санитарно-эпидемиологическое заключение от 4 ноября 2015 года, которое они показывают и говорят, что это не что иное, как установление санитарно-защитной зоны ТО «Кублей», таким не является, и мы на это обращали внимание. Там, во-первых, три адреса указаны. Там указан адрес Потанина, 13, Мирзаяна, 6. Мирзаяна, 6 – это трехэтажный жилой дом 50-е годы постройки. Мы тоже про это знаем. И Мирзаяна, 6/1 – это общежитие ТО завода «Кублей», который в совершенно другом районе находится, внизу которого находится опорный пункт милиции. Где там нашли 81 источник загрязнения? Мы начали смотреть. Оказывается, это проект. Это проект предельно допустимых норм. То есть это не есть того, что завод построен, введен в эксплуатацию, и именно таким образом установлена санитарно-защитная зона. То есть санитарно-защитная зона установлена на проект. Ну, коль вы сами не соблюли ни одну норму законодательства при строительстве завода, введение в эксплуатацию, проведение экспертиз и установление санитарно-защитной зоны, как вы сейчас можете утверждать о том, что ваши права нарушены, когда вы их сами нарушили?
любой момент все может произойти. У людей доходят скандалы вплоть до... У нас есть даже несколько случаев разводов из-за этой проблемы. Жена в истерике, устала ждать с детьми, да, и вот даже до такого доходит. То есть простые люди, они действительно страдают. И все, я думаю, закончится наилучшим образом для простых людей. Так как мы молодая семья, мы просто не понимаем, как дальше, куда обращаться. Ждали эти суды, когда они начнутся, ждали, ходили. Но в итоге этот суд решил просто, грубо говоря, нас бросить на произвол судьбы. Если суд — это государство, то, получается, государство, оно не за молодежь, которая должно, по сути, получить квартиры, например. Мы не просим что-то чужое, мы просим свои те квартиры, просим решение суда. Потому что эта неизвестность, она правда... От неизвестности появляется стресс, а стресс, как говорится, 100% убивает человека. Я и боюсь из-за этого делать. Я вот вложила все свои последние деньги, у меня дети спрашивают: «Мама, когда у меня будет здесь дверь?» Вот. Эту дверь я из-за этого не ставлю. Вот я вот на свои последние деньги вот вложила сюда. Мы продали машину, мы продали квартиру. Вот мы последние все вложились. И вот мы живем, как говорится, вот так вот. Как можем. Я не могу даже закончить ремонт. У меня деньги закончились. Я думаю, вот почему это со мной произошло, вот это вот, в течение 2 лет. Вот эта неопределенность, это убивает. Я не представляю себе, я даже не знаю, что я буду. У меня иногда вот мысли приходят плохие, я просто гоню себя. Я не знаю, или мне так кажется, что должно со мной произойти, может, тогда решится эта судьба. Ну, конечно, я гоню эту мысль, потому что ради детей я держусь, ну, становлюсь сильной, потому что если со мной что-то случится, кому мои дети нужны будут в этом мире? И просто я гоню эти мысли, просто, как сказать, промелькают такие мысли иногда, просто устаешь от этого напряжения просто-напросто. Мы устали реально уже вот. Уже морально, физически мы устали. Вот куда мне податься, я даже не знаю. Помогите, пожалуйста, решение нашей проблемы. Индивидуальный предприниматель Ерменова зарегистрирована в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в 2004 году в Западно-Казахстанской области. Не менее важной частью деятельности Жанар Сапаровны является ее участие в частной благотворительности. Об этом не очень принято говорить и выпячивать на показ, но такая деятельность характеризует не просто предпринимателя, но и показывает сущность человеческой личности, не чуждой к чужим проблемам и несчастьям. Так, ИП Ерменова активно участвует в помощи больным детям, принимала посильное участие в строительстве дома инвалидов в поселке Зачаганск, оказала материальную помощь средней общеобразовательной школе в селе Крупское, а именно приобрела компьютеры и организовала туристическо-образовательную поездку в город Казань. Компании ИП Ерменова были построены и выданы квартиры жильцам сгоревшего дома в городе Уральск, а также было построено и передано 33 квартиры многодетным и малоимущим семьям на безвозмездной основе в районе 8-й школы по адресу улица Акутау, 30. Однако в настоящее время ИП Ерменова пришлось впервые в своей практике столкнуться с ситуацией в виде судебного спора с иным хозяйствующим субъектом, итог которого может нивелировать ее предпринимательские успехи за долгие годы работы, привести к сокращению профессионального штата работников. Пилотным проектом нового вида деятельности стало строительство 5-этажного жилого дома в городе Уральск по адресу Льва Толстого. После успешного строительства и ввода дома в эксплуатацию Жанар Сапаровна осознала, что выбранный вектор предпринимательской деятельности ей выбран верно, и она может успешно реализовывать его на благо общества. В дальнейшем, несмотря на технические трудности ведения предпринимательской деятельности, рыночное удорожание строительных материалов, правовые и инфляционные риски, Жанар Сапаровной построено свыше 40 жилых домов в городе Уральск, что составляет 40 тысяч квартир и около 115 тысяч квадратных метров жилой площади. Необходимо отметить, что ИП Ерменова является независимым застройщиком и не является верифицированным участником государственных программ инфраструктурного развития Западно-Казахстанского региона. При всех этих сложностях Жанар Сапаровне удалось удерживать одно из первых мест строительных застройщиков региона, как застройщику, предоставляющему надежное и, самое главное, доступное жилье. Я вот хочу вот сказать, да, что я стала на сегодняшний день
заложником данной ситуации между Кублеем, который себя называет заводом, хотя это не завод, а цех, и какие-то там административные помещения, и между Акиматом. На самом деле я этот участок купила в собственность от чужого ТО также. При этом правоустанавливающие документы все подписаны ПДП, разработаны, даже план проектный, где было разложено 6 пятиэтажных домов, было, но при этом сократив, чтобы не мешать никому, 2 дома убрав, 4 дома я построила. Через какое-то время появляется Кублей и подает на меня в суд. Я просто в шоке. На сегодняшний день, за 12 лет, которые я занимаюсь строительством, у меня такого подобия не было никогда. Все жильцы, уже мы более 30 тысяч квартир сдали за этот период. Люди довольны, все живут в теплых жилых домах. Я строю доступное жилье. Если бы я строила бы элитное жилье, которое люди могли бы там купить так чисто для того, чтобы там деньги свои сохранить, и при этом жили бы в своих теплых домах, это другой разговор. Но я строю дома для людей, для молодых семей, для стариков, для инвалидов. На сегодняшний день им некуда идти. Куда вот они пойдут? У меня душа болит и разрывается, вот действительно. Вот за 2,5 года у нас такой сыр-бор, реальный прям. Никак не можем разобраться, никак я не могу им дать эти квартиры. Они бедные измучились. Среди 2,5 года, пока вот этот процесс весь идет, есть даже смертные случаи. Люди погибли. Мама погибла, раком болела, не смогла сыну дать квартиру. Папа умер, который не смог своим детям дать жилье. Что происходит на сегодняшний день, я не понимаю. Действительно, Кублею никто не мешает. Он как работал на сегодняшний день, он также продолжает работать. При этом он получает прибыль, рабочие места у него сохранены. А я могу потерять людей, работников могу потерять, которые сотрудников могу потерять, потому что привлекаются и подрядчики. Более 100 человек я могу потерять, кроме жильцов. Жильцов у меня 1500, в каждой семье по 4 человека, если брать детей и стариков. Поэтому они все в ожидании живут. Единственный мой выход в отчаянии, действительно, я только могу пойти перед Акиматом, разбить палатку со всеми жильцами и объявить голодовку. У меня другого выхода на сегодняшний день нет. Я плачу все коммунальные услуги, которые возвели второй дом. У меня на сегодняшний день кредиты. Я на грани банкротства, реально. При этом Кублей, как себя называет заводом, он спокойно работает и получает прибыль. Что государство нас не бросит и даст нам возможность здесь жить, проживать. Ремонт мы уже сделали, квартира теплая, все нам нравится. Будущие соседи видят, что некоторые из нас уже живут и пользуются своим имуществом, а они не могут. Это вызывает в их, да, душе отчаяние, разочарование во всем происходящем. И я думаю, такое большое, да, сожаление о том, что годы идут, дни, да, проходят, а пользоваться, да, и жить в своих домах, то есть у них до сих пор нет крыши над головой, и это очень, ну, как бы печально. Я всегда своим детям говорю, что это, как сказать, мои дети – это мое богатство, что наш Казахстан – это за каждым гражданином, она отвечает, я не знаю, там вот… Вот они же должны же поверить государству, что государство за нас. Как я им могу им сказать, если государство такое, когда нас могут в любой момент выселить из этого жилья? Я даже вот не знаю, реально, вот я не знаю, что мне этот им сказать. Вот я даже не знаю, куда я пойду со своими детьми. Мы очень надеемся на наш справедливый гуманный суд, что
как можно скорее вынесет решение, справедливое решение в пользу жильцов. И мы надеемся, что они к Новому году получат свои уютные теплые квартиры. Где умирает надежда, там возникает пустота. Пока человек жив, он никогда не должен терять надежды. Надежда – это единственное благо, которым нельзя пересытиться.